Итак, новости 4-часовой давности. Приближается супер войска. Супер трупс — это супер войска. Ничего связанного с трупами слово трупс не имеет. Вообще много значений имеет это слово, но будем это читать как супер войска. Так, о чем же тут идет речь? Ух, ля какая. Это прям рядышком с торговцем получается. Не с играми клана, а с торговцем. Вместо ресурсов, что ли? Секундочку. Да, смотрите-ка. То есть повозка, видимо, куда-то переедет, либо будет появляться, как раньше, в рандомных частях карты. Кто помнит, плюсик. Так, ну давайте попробуем в лайв-режиме перевести то, что здесь написано. Что из себя представляет супервойско? Супервойско — это усиленные версии войск из родной деревни. Каждый супер-юнит будет иметь уникальную обилку, возможную суперспособность, которая будет отличаться от их нормального вида. То есть это, типа, видимо, знаете, как с юнитами на деревне строителя. Ладно, давайте дочитаем, но очень похоже на это. Эти специальные войска, юниты, будут проводить некоторое время в мистической бочке. Короче, в мистической бочке, которая расположена рядом с торговцем. Но что происходит внутри этой херни, это останется тайной и загадкой. Как бы там ни было, новые вот эти, когда эти войска выходят из бочки, они чувствуют себя обновленными, выглядят восхитительно и уже готовы к битве. Ну, короче, тут художественно, конечно, описан весь процесс, но реально вот с первых слов очень и очень похоже на юнитов из деревни строителя. То есть, наверное, ни для кого не секрет, кто хотя бы хоть раз сюда заходил и чуть-чуть прокачался, что любой юнит здесь имеет какую-то либо особенность. Где эта сраная казарма? Скажите мне, пожалуйста. Вот она. Привет, старушка. Сори, что так вот наехал на тебя. То есть, если варвар, то на него работает ярость 20-секундная. Если лучница, то на нее работает невидимость. То есть, очень-очень похоже на то, что будет нечто подобное и здесь. Может быть, немного конкретики вы добавили, господа разработчики. Давайте посмотрим. Так. Ну, пишут они, конечно, художественно очень клево, это круто, но я любитель таких точных весьма вещей, лучше бы они написали четко, что будет происходить. Вопрос, так как же получить супер юнита? То есть, во-первых, надо обладать 11-м танхолом. Итак, 90% моей аудитории с 9-м танхолом и ниже соснули тунцала, соснули. Потому что появляется эта фишка с 11-го ТХ. Почему я так уверенно говорю про проценты? Потому что я регулярно провожу опросы на канале. И так получается, что 11-й танхол и выше — это очень маленький процент от аудитории. То есть в основном это владельцы 9-х танхолов. Большая часть — это с 1 по 8. Ну и есть имперец, надо отделить немножечко для десятки. То есть появляется эта фишка только с 11-го ТХ. То есть попросту надо кликнуть на новое вот это вот здание рядом с торговцем, и вы получите опцию, возможность выбрать, какого юнита вы хотите проапгрейдить, суперсайз, ну типа увеличить. Доступ к этой херне может быть куплен за ресурсы, то есть это платная какая-то тема, видимо, окей, за ресурсы. Но будем считать, что не за гемы, а именно за ресурсы, за золото, либо за дарк. Ну, во всяком случае, посмотрим. Опять-таки, как бы то ни было, это очень важно отметить, что только одно улучшение может быть использовано в одно время. То есть прокачать можно будет улучшить одного юнита. То есть, если это, например, варвар, то все, это варвар. Остальные юниты будут такие же соснулые, как это было раньше, и только у варвара будут волосы назад, он будет так свеж и превосходен, великолепен. Да, конечно же. Также вы можете опробовать... О, это круто, кстати. Можно будет протестить и опробовать заранее. Это очень и очень здорово. То, что можно будет сначала затестить, а потом уже выбрать улучшение. Это круто. Каждый супербаф длится 7 дней. Нихера себе. И 7 дней перезаряжается. Интересно, кстати, вот эта вот тема. 7 дней длится и 7 дней перезаряжается. То есть по истечению 7 дней я сразу же смогу выбрать? Или мне надо будет опять сюда 7 дней? Ну, скорее всего, сразу же. То есть это типа как с молотами. То есть ты молот купил, он у тебя есть, но кулдаун запущен. Если ты молот потратишь, ты сможешь его использовать сразу же. Видимо, тут такая же тема. То есть на 7 дней покупаешь баф на юнитов. Это достаточно странно, потому что порой происходят всякие скидончики на каких-то определенных юнитов.
И будет обидно, например, улучшить Валькирию, а потом получить скидончик на вышибал, и вроде бы весь мир фармит вышибалами, атакует вышибалами, а ты с бафом на Валькирии сидишь и думаешь, блин, лучше бы я выбрал баф на синяков. Это немного странно, но тем не менее, окей, новая механика, потестим, посмотрим. Так, до тех пор, пока у тебя есть доступ к определенному специальному юниту, ты не сможешь тренировать обычных. Окей. Окей. И 7 дней доступа не смогут быть прекращены. То есть, если ты выбрал эту херню, ты будешь тренировать только мегазордов, то есть турбо-варваров, а обычных варваров нанимать не сможешь. Окей, ладно. То есть они не будут разбиваться на двух юнитов, это будет просто прокачка текущего, и, соответственно, старых ты не сможешь делать, только вот этих новых забущенных. В принципе, это абсолютно логично, у меня даже, наверное, такой мысли не возникало, что, типа, ты забустил какого-то юнита, и у меня нет возможности тренировать обычного. Так а нахера ты его бустил? Специально, чтобы тренировать только прокачанных. Вроде бы это супер логично. Так, можно ли донатить в крепость клана супер юнитов? Да. Чего? Когда ваши соклановцы запрашивают подкрепление, ты будешь... У тебя будет возможность закинуть супер-версию юнита. И также нормальную версию, если ты уже имеешь немного натренированных таких. Лол, то есть можно будет натренировать заранее, например, 10 драконов обычных, потом подрубить буст и делать эпичных драконов. То есть теоретически можно будет проатаковать с двумя видами одного и того же. Только после того, как ты уже выберешь буст, соответственно, старых ты уже сделать не сможешь. Ну, ладно, окей, странно. То есть, видимо, я что готов заванговать, это то, что стоимость будет отличаться. То есть ты прокачал этого юнита, выбрал это улучшение, и все, это абсолютно другой, я считаю, юнит, который будет и стоить по-другому, может быть, даже другое время делаться. А может быть, будет вообще какой-то отряд из себя представлять. Ты меня уважаешь? Хер его знает, посмотрим. Спасибо большое за подписочку. А, ну чтобы получить таких юнитов, естественно, должен быть 11 ТТХ, и доступ к этим улучшениям должен быть. Но это тоже абсолютно логично. Сколько же супер войск существует? Так, ну в обновлении будет всего 4 новых юнита. И... в ближайшие дни эти юниты будут открыты. Что ж, ну давайте посмотрим на эту вот картинку и попробуем подключить нашу соображалку, чтобы понять, что же за херню изобразили тут наши дорогие, дорогие, прекрасные, любимые Илка и компания. Что за говно? Так, ну очевидно, что это меч варвара. То есть очевидно, что вот этот чел — это варвар. Как варвар выглядит? Ну варвар с усами, очевидно, во. Похоже на варвара? На голову варвара? Я думаю, да. То есть это, видимо, варвар. А, что-то жирное. Чьи-то яйца, видимо. Значит, очередной мужской юнит тоже будет иметь улучшение. Вот это вот интересная тема. Такого я в Клэше не видел. Что-то с мечом. Короче, понять, что тут на самом деле есть, хер его знает. Вот этот тоже похож на варвар. Короче, очевидно, будет варвар и 3 каких-то еще чела. По силуэту что-то понять не получается. Сори. Не пошло что-то. Не пошло. Так, ну это, в принципе, все, что известно на данный момент. Ну, если честно, вот, я уже выпускал видеоролик по тому, что было известно насчет обновления. Вот. И то, что вот сейчас появилось, это единственное, в принципе, интересное, что будет в обновлении. То есть не только какие-то там... типа улучшения там скорости постройки, стоимости, там что-то какие-то ребалансы, хуебансы, то есть улучшение комфорта игры, но и вот что-то новое, свежее, интересное, именно вот эта вот бочка. То есть, как по мне, это вот светлое пятнышко на самом деле и достаточно любопытная тема. И если разработчики умудрятся это все дело не просрать, а сделать реально годно и клево, то это может быть очень классной реальной механикой. Единственное, что печально, это вот перезарядка 7-дневная, то есть ты один раз выбрал, 7 дней играешь. Но, тем не менее, какие есть, так есть. Посмотрим, что будет, какие юниты будут. И, блин, вот это прикольно. Это реально прикольно, все, что вот до этого. Ну, скучная шляпа, которая вот реально мне абсолютно не интересна. Мои отношения к этому, ну, хорошо, что вы добавили. А что-нибудь интересное это добавили. Выходит, что да, добавили вот эту вот сраную магическую бочку. Кайф, кайф. Будем смотреть, будем смотреть.
И тут наступает часть видео, где напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. Ну и колокольчик не забывайте переставлять в положение всех уведомлений, ведь частенько на этом канале проходят стримы, на которых я всех вас жду. Но по поводу этой штуки, я считаю, что это действительно прикольная вещь. Все зависит от того, как ее реализуют разработчики, потенциал тут действительно имеется. С вами был Токсик, следите за обновлениями канала, заходите на стримы. Желаю вам удачи и услышимся в следующих видосах.